Почему мне не дали эспус? Это немного напрягает. Я кого-то не убил, получается. А кого? Тут нет никого больше. А, вон собака. Иди сюда, собака. Меня отстрелил. И Эстус. Один? Один? Рильни? Да. Ну, тут вроде ничего нет. Тут вообще предметов особо нет. И осталась только пещерка внизу там. Ну там самое ценное лежит. Этот очевидный ключ был. О, это что такое? А, это моя метка. Сейчас. Подождите. Беру ее, пожалуй. Сообщение туда. О, кстати. Я могу? Блин, я весь в крови. Сделать так? Нет, не могу так сделать. Окей, ладно. Ну, мне кажется, я сюда могу все равно попасть. Если я там вообще еще не был, уже не был. Хотя выглядит так, как будто туда нельзя попасть. Кстати, кстати, а входа-то нет. А. Сейчас, давайте это запомним. А, нет, вот вход. А, нет, это вход, блин. Просто я боюсь, что я туда, если я туда запрыгну, я туда не выберусь. Ну, на коняшке, очевидно, можно запрыгнуть. А, давайте коняшки. Ну, тут тоже какой-то вход, ладно. Ну, не знаю, как бы... Без коняшки тут, по идее, нельзя запрыгнуть. Ой, блин. Нет, это не живой, это просто ветки ломаются. Возможно, это, кстати, выход вот здесь вот или что-то типа того. Вот эта штука. Погнали сюда. Эй, слезь. Ну, слезь. Слезает, блин. Так, что у нас тут? Крыса? Много крыса. Ой, блин, я, пожалуй, эту штучку отвлекну. Так, у меня перекат. Вроде нормально. Крысы пока меня не видят. Все стоят ко мне спиной, подозрительно. Вернулась, да? Крысы здесь идут пока что. Что, крыса? Один на один? Еще одна крыса. Окей, крысы кончились. Да, точно кончились. Эстус это подтвердил. Тут ничего нет. Человек, кстати, здесь на коняшке почему-то пытается. Кто ему разрешил? Так, а здесь дверь. Дверь, я так понимаю, открывается, да? Ну, сообщений перед стенами нет, поэтому я думаю, что тут нет таких скрытых дверей. Сундук, значит, да? И чел с косой, блин, бегает, спойлерит. Слушайте, спойлеры. Что? Ловушка. Да ладно, да ладно. Это ядовитая? Она бьет меня? Это сон? Это не ловушка? В смысле, а что это было? Просто надымило и все. Впереди требуется магия. Какая магия? Впереди опасность. Блин, если это сундук с ловушкой, то я супер доволен. Потому что в третьем дарке ноль просто идеи у сундуков, они такие же просто спизженные с первой части. Второй дарки супер крутые сундуки, потому что там вы попали в переносную ловушку. Вау. Куда меня перенесут? Охренеть. Но я не попал, не. Я второй раз в него попал. Блин, а там нету предмета, то есть это без предмет. И меня долго грузит. Это какая-то другая лока, походу. Блин, вот это мне нравится. Вот этого вот, блин, не хватало. Особенно в третьем Dark Souls. Кристальный туннель с Элли.
Здесь нельзя тпшиться и нельзя тпшиться дважды. Еще какой-то сундук. Какие-то челы. Кстати, это челы, возможно, которые требуют дубин. Быстренько эквипнуть. Ты кто? Ты вроде не ловушка. А, я сейчас обратно перенесусь, да? Нет? Просто... Верный гравитационный камень. 9 штук мне дали. А, нет, это разные. Это какой-то верный и кусок какой-то. Инвентарь. А, это может быть пулять как вот эту магию? Да-да-да, ударная волна. Тратит ОК, ты вызываешь гравитационный взрыв. Да-да-да, все понятно. Осколок камня, найденный на месте падения метеорита, пропитан особо тяжелой магией. Тратит такая бросить на землю, чтобы выпустить гравитационную ударную волну. Отчаявшиеся искатели таких осколков называют себя призывателем звезд. А, и то же самое, да? А, бросить на землю, чтобы выпустить гравитационную ударную волну, а ты бросить на... Так, это фантом. А, бросьте в противника, чтобы создать черную дыру. О, черную дыру, нифига себе. Так, перекаты мне нужны. Это щит. Щит happens. А, давайте поподглядываем немного. Там вроде ничего нет такого интересного, поэтому... Ну, чуваки просто добывают руду, я так думаю, или что они тут делают? Так, нас куда-то засосало, так, убить не могу. Хрена у чувака меч, кстати, красивый. Это страж? Он спит на крови, ну-ка. Блин, тут не работает. Блин, где-то работает, а где-то нет. Спят на крови? Он меня не видит, по-моему, да? Блин, а тут красиво, кстати. Опа. Ну, мне кажется, надо сначала смотрителей убивать. Потому что эти чуваки работают, они не будут отвлекаться на меня. Так, этот выглядит так, как будто его катану надо фигачить. Хрена у тебя хп, ты чё, чел? О, не делай ничего урона дофига. А мне еще ничего не резнут? Да ладно. А, ты чё, сполочь? Вот зараза, блин. Может, мне всё-таки едет? А, да не стой, ты, блин, чувак, давай договоримся. Где ты там? Давай без магии. Ты... Ну, чел. Давай договоримся. Да хватит сквозь стены фигачить. Да у тебя мана бесконечная или что? Хватит сквозь стены фигачить. Все, отстань, я в домике. Хватит. Остановись. Я тебе сейчас бомбу закульну. Все, успокоился. Может, свет мне... Блядь, это что такое? Второй? А, ну я думаю, меня резнет дома. А, вот он. Я его увидел, кстати. Мне кажется, мне сюда пока рано. Здесь и урона много, хп у них много. Но мы сюда еще вернемся. Мы запомним, что здесь ловушечка переносная. А, мне отсюда не выбраться. Окей, это ловушка хорошая, значит. Рано я сюда, конечно, попал. Лучше мне сюда бы не попадать, но я даже не знал о наличии этих ловушек. Так что я даже доволен. Я, по идее, могу просто пробежать и выбраться, да? Не, нифига. Надо катаны фигачить. Кстати, ты думаешь, не могу? Стоп, это у меня прилетело. Глифа вредителя, блин, стой. Увядший цветок из листьев АР. У меня, по-моему, такой был. Увядший цветок и глифа. А, увядший цветок, вот он, да? Цветок из листьев? Нет. Не, у меня не было такого. Повлёкший листок бледно-красного оттенка растет на почве, пораженной гнилью. По слухам, такие цветы распускаются там, где многие века назад упали листья древа Эрт. Эти еще начали темнеть, а эти уже потемнели, да? И у меня еще такой цветок. А, блин, цветов здесь дофига, я хочу тергрев посмотреть. Алебарда, я так понимаю, да? Да, алебарда. Блин, он выглядит очень круто. ДД 13-13, я ее юзать могу даже, у нее физически никаких, ничего нет. А, глифа из прочного застренного панциря. А, такие носят паразиты, обитающие в болоте Ония? Где? Звучит как Иония из Лиги Легенд.
слегка повышает сопротивление не физическому урону. А люди способны признать, что паразиты, создавшие столь причудливое оружие, обладают незаурядным умом. Однако образ мысли этих тварей остается для них загадкой. Удар с разворота. Излюбленный прием ловких воинов — наносить врагам быстрые рубящие удары с разворота. Вы также можете провести дополнительную атаку. Окей. Так, мне пика плохой, да? Да, вот это. А, как много всего. А, все нормально. Все это хочу. Столько врагов, блин, как сложно. Чуваки, давайте без глупости. Я просто смотрю вашу пушку, которую вы мне. Вы же мне и дали. Кстати, прикольный муфсет. Еще не видел обычный алебарды муфсет. Может быть, он обычный такой есть? Мне нравится муфсет по алебарду. Блин, как же балдежно она выглядит на самом деле. Крутилочка? О, ну нет, это, кстати, не крутилочка. А у меня еще какой-то эффект. А что за эффект? А, стоп, она что-то повышает. Так, а что она повышает? Удар с разворота. А, вот крутилочка. Ну, такая себе крутилочка. А что она еще дает? Стоп. А, я что-то не заметил. А, повышает сопротивляемость не физическому урону. То есть магическому. Все, 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 понял. Так, чел. Уф, какой у тебя красивый мечик, блин. Как я хочу такой блестящий мечик. 23. А, это паника? Нет, 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 нет. Кто, кто, кто зазвонил? Хочу его бэксеп посмотреть. 16. А. Ну, ладно, нет, потому что она, наверное, не качанная. Обломок блестящего камня. Блин, как много лута здесь. Куда я попал? Зачем я сюда попал? А, ну эта штука... Распитие камня создаете сгусток магии. Да-да-да, это тот же самый, только поменьше, да? Кусок блестящего камня, в котором заключена нестабильная магия, можно найти в кристальных туннелях. Все-все-все. Кристально? Стоп, а я до этого, кстати, в других туннелях, по идее, был. Блин, как тут много всего. Зачем меня сюда пустили? Слайдится лестница? Где? Не вижу лестницу. Подожди. Где он видит лестницу? О, реально лестница! Чел! Блин, ты мертвый. Просить сбросить его. Блин. Так, ладно, это алебарда крутая, но она не качана. Мне бы... Не так тут урона нет, а еще не качана алебарда. Мне тут вообще прям капец. А, куда идти? Не знаю. Блин, туда, наверх, вниз. Вниз, наверх. Вверх, вниз. Туда, может, вообще? Блин, еще и туда. И как много всего. Куда меня пустили, блин? Офигеть, вот это сундук, вот это я понимаю, сундуки. Чел, блин, как ты ярко светишь. А, нет, 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 блин, кого из вас убивать? Смотри, упади, 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 штука, блин, теремкое. Ай, ГГ. Блин, блядь, что ударил. Да, забили меня. Тут сложно, тут очень сложно, я тебя не выйду, ну так просто. Это я тут, я так понимаю, надолго застрял. Это прям ловушка, которая ловушка. Я, правда, заметил ее и не попал мне, а потом специально, блин, попал. Не попасть в нее, это было бы глупо. И меня очень долго грузит, я не знаю почему. Причем меня грузит же в эту же локу. Блин, чувак. О, чувак, хорошо, ты что-то зашел? Мы с тобой поделимся, сначала свет у нас... Блин, урона вообще нет. Мне, по-моему, алебарда больше дамажила. Да? Мне кажется, реально алебарду здесь надо бить. Что урона 0. Большой облом. Может быть, магии херачить? Реально? Ну-ка, блин, иди сюда, чел. А, где ты там? На тебе. Все 4. Понял? Блин, он упал. А, упал, это плохо сейчас будет, потому что магию поставать. Я в домике. Не попадешь в меня. Я сейчас еще щит на 100 физы возьму. Ах, это, кстати, возможно, не физа. Че я сделал, что это физа? Идешь?
Давай, давай. Иди, иди. Блин, только второй бы не сагрился. Что это? Почему второй сагрился? Ай, блин, чувак, стой. Стой. Жук, блин, дурашный. Но чел, по-моему, не обращает на меня внимания, как мне могут. Хорошо тебе там ходить, да? А мне вот нифига. Кто он... А, ебать, у меня урона. Блин, не попадает у него атака. А где чел, который... Ну, да, меня сагнулся, который мне помешал в этом лобби? Блин, минус душ. Ну ладно, минус душ уже давно. Плевать на душе, а самое главное выбраться отсюда. Ловушка шикарная. Не знаю, могу ли я заюзать предмет, который меня возвращает к последнему костру, и уйти отсюда? Блин, давайте попробуем реально уйти отсюда. Потому что это кайфовое место, я бы попроходил его, но... А, и это очень надолго. Я хочу заодно прочекать, могу ли я вернуться? Долго грузит, скорее всего, нет. Да, нет, это слишком долгая загрузка. Он меня оставит здесь же. Хорошо, ладно. Может, я реально попробую алебарду использовать, которую мне выпали, выдали? А, как выдали? Бля, насколько сильно она реально дамажит? Она, кстати, дальнобойная. Ну, блин. Ничего не заметил. А, заметь. Пожалуйста. Не видит меня всегда? А, блин, чел сверху, ты так, да. Блядь, ты так не лезет. Пусти, 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 не знаю, куда я пусти. Отстань от тебя. Так, явка от меня отстала, по-моему. Так, я сбиваю баланс на барде, это, кстати, надо запомнить. Я же не сказал, что у меня урона как-то больше, 17, типа, а с этой штуки тоже 17. Это еще в наручном платье. Не, мне кажется, альбард ни хрена не дамажит. Чел, ну ты же мирный, давай. Так, этот меня заметил, да? А где второй чувак, который меня заметил? Кажется, плохая идея мне тут всех убивать, потому что я, ну, меня же не дамажу. Ну, пиявка куда-то упала, походу. А, смотрите, он свернулся. Это, да, это он, блин, он свернулся. Делает, притворяется, типа... Притворяется, конечно. Кстати, 76 урона, по ним хорошо надо хватить. О, крыльчи. Ой, как хорошо. Ой, девочка, иди сюда просто. Что, ты игралась? Руническая дуга, да блин, хватит. Капец от лута. Ой, стоп, 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 стоп. Нюшечка, выйди. Так не падай. Не уронил его. Так, это тот, который здесь стоял, да? Да, это вот. Давай, давай, подходи. Не зря получил, не надо уронить, потому что у меня очень плохо все с этим. Я сбиваю баланс, это хорошо. Так, руническая дуга. При использовании благословляет вашу великую руну. Осколок разбитого кольца Элден? Это хэ? При использовании дарует благословение вашей великой руне. При отсутствии великой руны слегка увеличивает максимум АЗ. Это осколок нижней дуги разбитого кольца Элден, истощающий благоденствие. Я нашел часть кольца Элдена? Какой-то, блин, пещере, непонятно где, просто как... Просто, блин, лежал у какого-то жука. Кстати, что за жук? На склопендроморфа похож. Но у него ручки, слышь, у тебя ручки. У тебя не лапки, у тебя ручки. Блин, шевелится так страшно. Как будто живой. Фига. Реально вылитый склопендроморф. Весь под земли не вылазит. Так, вы... О, вы лутаетесь, блин, еще лут, треснувший кристалл. Жесть, лута, кто столько лута, блин, сюда наставил? Так, а стоп, что такое треснувший кристалл? А, вот же он. Да. Треснувший неочищенный кристалл самого низкого качества.
А можно запросто найти в кристальных туннелях. Нашли. Ты тоже? Кузнечный камень X5? А, нет, X1. А, пятого качества. Пятого, да плюс... Сейчас, погодите, если первый 3, 6, 9, 12, да плюс 15? Стоп, это фантом, у которого... Да блин, хватит спойлерить, отвернулся. Так, смотри. На пятый, да плюс 15, what the fuck? Реально, можно пушку до плюс 15 грейдить. Камень весьма полезный при создании различного оружия, редкий экземпляр с золотистым оттенком. Усиливает оружие до плюс 15. Не говоря, что такие камни, добываемые у подножия древа Эрта, используются для укрепления сил королевской армии. Блин, что? Какой плюс 5? Это я типа сюда должен с пушкой до плюс 12 перейти? И фармить камень до плюс 15? Ну там лестница, кстати, и вон там вот лестница, да, но... Она нам пока недоступна. Так, у меня куда-то червяк здесь упал, поэтому... Надо быть осторожным, он может в любой момент появиться. Там еще червяк, кстати, у меня, он, по-моему, отагрился. Сперва спрыгнуть, ага, спрыгнуть. Так, там лутик, как бы мне до этого лутика добраться бы? Вот сюда, да? Сюда, паркур. Так, и ты кто? А ты залутаешься? Или мне прыгать? Блестящий камень кукушки. Какой кукушки? Кукушки, блин. А, камень кукушки, поехали. А, это ты, 5 штук. Задает сгусток магии тратит ОК. А, блок блестящего камня, наполненный волшебной силой. Лжезаклятие, которым пользуются рыцари и кукушки. Создаваемый предмет. Можно метнуть вперед при столкновении с поверхностью, выпускать магический сгусток и тратить такая. Окей, понятно. Короче, еще много вот таких штук добавляли. Эффективность их пока проверять на самом деле неохота. То есть есть и есть. Зачем они есть, непонятно. Так, я здесь не пройду, кстати. Если я упаду, я обратно не вернусь. А здесь? Ой. Он меня не заметит. Но они не замечают меня, это хорошо. Могу тут сломать? Не могу. Значит, это односторонний проход. Но я убить их все равно хочу один раз хотя бы. Так ли здесь? Не, нормально. Давайте заберем то, что он тут добивал. Ай-ай-ай. А почему я не сбиваю баланс? Ну, я же сбивал, блин. Куда сбить я баланс делать? Ага, я силовой сбивал. Все, я понял. Все, все, тогда принимается, окей. Я перепутал атаки. А, вот здесь, может быть, мог пройти, кстати. Кровавое пятно. Можно его пощупать? Ой, я спустил у чувака штуку, и он обидится меня. А, нифига ты. Напоминает, кстати, одного босса из Ведьмака. Не знаю, спойлерить или нет, наверное, не буду. Но из первого DLC, короче. У меня там похожая атака была. А да вы задолбали со своими пушками крутыми ходить, чуваки, ну серьезно, ну прекратите. А, здесь, кстати, пройти нельзя. А, если я туда попаду, я туда не выйду. Интересно. Запомним это. Так, стоп, не смотрю, не смотрю на этих дурашных фантомов. Здесь явно какие-то чуваки из хай-левела уже. Так, надо убить штуку, червяка, иначе он меня сейчас задолбает своей магией. А, так, ай, блин, железо начинает. Блин, он упал. Он упал. Там было блестящего камня. Один чувака не было разве? Он колдует в меня, да? А, вон он где. Эту штуку мы, наверное, заберем у вас, да? Нет? Ладно. Так, я здесь могу сюда провалиться. Вроде нет. Ой, блин, ну ладно, чувак упал. Хорошо. Ой, не та кнопка. Так, я что-то хочу выбраться, на самом деле. Нападать еще не собираюсь. Но эти чуваки вроде мирные, надо подраться с ним так, чтобы он меня... У меня хп не осталось, точнее, хил. Вон он стоит. Блин, как он там противно стоит, это жесть, это просто жесть. Давайте сагрим этого чувака, чтобы подраться с ними тут и не сагрить того чувака там. Через силовый, хорошо, убивай то, что я сбиваю баланс, это прям кайф. Стамин еще хотел, это еще кайф. А, чё, теперь ты, давай я тебе, наверное, магис буду.
Магия, пожалуйста, только того, кого надо. Других не надо. Все, все, хорошо, этот чувак идет ко мне. Там может бомбами закидать. А, я промазал, блин, за что игра? Что я тебе сделал? Ой, блин, зачем я хилюсь? Не тут кнопку нажал опять. Бомбами закидать его, что ли? Блин, чел перекваркается, не живой. Треснувший кристалл? Стоп. А что такое треснувший кристалл? Это не ты, да? А кто это? Это для... Нет. Стоп, что такое треснувший кристалл? Это заклинание. А, что такое треснувший кристалл? Я сейчас их штук 100 залутал, по-моему. А у меня, хотите сказать, в инвентаре их 0. Так, мне нужен еще один. Там показывается, какого он типа. А. Нет, не показывается, блин. Ну, картинку, хорошо, я картинку посмотрел. Да нет, он здесь 100%. А, господи, это же эта штука. Да, все, 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 все. Блин, эта штука там сидит. О, здесь, здесь, хорошо, 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 хорошо. Хороший урон выходит. Что? Кто справа? А кто справа? А, справа еще другая. Тихо. Нет же, блин, ну что ты делаешь, штука? Вторая, блин. Я не знаю, где она. Он застрял там, по-моему. Ха-ха-ха-ха, бесконечное количество бомб. Кайф. Ай, блин, все равно попал. Стоп, ты ж вышел, сука, блядь. Что, за что, за что, ну за что? Блин, почему я не увидел то, что он выжил? Ну, гг, капец. А где второй тогда? Меня же кто-то еще бахнул, разве нет? А-а-а. Еще один этаж, блин, чисто поверился. Мне стамины не хватит за силовые атаки. Блин, так хорошо общались. Блин, это кот, кстати, атаки из Ведьмака. На Ведьмаке мне супер нравился этот босс. Очень крутой. А где второй чел тогда? Мне же... Или это он и кастанул в меня? Блин, реально одно хп осталось. Ну что? Все, уничтожил. Кстати, мог стрелой, наверное, его добить. Это было бы лучше. А, охренеть, блин. И тут второй вон он где стоит. Падали, блин. Жуки, жуки долбаные. А, я не могу поверить. Создавать. Да отстанет, ничего. А, вы видели, блин, пролетело? Где она пролетела, кстати? Опять там кто останется, да? Да, опять. Ну, это я, наверное, звук добью, пытаюсь, по крайней мере. Ай, блин, 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 блин. Надо, чтобы она отагрелся мне, наверное. Так, отогрелся? Ой-ой-ой. А, кстати, карты, да. Где я? Ага. А, нифига, мне, кстати, показывает даже, где я. Прикольно. Ну, плюс-минус показывает. Все, уступить урона. У них, по-моему, отсутствие резиста к огненным атакам, да? Чувак, ты мне можешь в спину зайти, я этого боюсь очень сильно, но и также я могу по тебе не попасть в какой-нибудь случайный атак, и ты меня убьешь. Давайте аккуратненько залутаем этого чувака. С него выпала еще одна глифа. Он за мной идет? Блин, я теперь параною. Из этого чела, то, что он там остался, единственный нетронутый. Но, в принципе, мне уже плевать. Если я умру, да я просто дальше пройду. До сюда и все. Руна жизни для крайне 4. То есть я уже... А, там босс? Или... А, нет, это не туман. Я думаю, это туман. Желтенький.
Блин, я больше чувака сейчас спулю здесь своими лутаниями. Но залутать я залутаю. Как бы страшно не было. Ему плевать. Я, наверное, не буду трогать, что он там делает. Пусть трогает, так уж и быть. Так, ну я туда по-прежнему могу сходить. Это не лутается? Что же делать, что же делать? Блин, там где-то сверху могу уходить. What the fuck? Куда я попал, блин? Я вообще не планировал так далеко уходить. Кстати, до сих пор не знаю, как отсюда выбраться. Здесь слишком светло, здесь какая-то штука, намекающая на босса, мне кажется, все-таки. У нас что? Костер, блин, а что сразу не сказали? Что молчали, блин, все время? Тут костер, блин, стоит. Сейчас подхожу к нему, это иллюзия. Блин, меня кончал, сейчас входит. Но в любом случае я могу до него добежать. Так, здесь тупик выглядит. Давайте сходим тогда в ту тупиковую область. А, гнилая смазка. Это на тьму, типа? А, гнилая смазка. А, будучи нанесенное оружие, смазка заражает врага красной гнилью при атаке. Не, не знаю, что это такое, не понимаю. А затвердевшая смазка из смеси гниющих материалов, создаваемый предмет. А покрывает оружие и позволяет сразить врагов красной гнилью. Однако эффект длится недолго. Не знаю, что такое красная гниль. А, возможно, какой-то новый эффект. Что делает, непонятно. Возможно, что-то делает. Можно пойти туда? Что там интересно? Охренеть. Да вы шутите. Можно мне домой? ТП до сих пор недоступно, хотя я вышел из пещеры. Здесь какой-то двойной запрет на ТП, реально. Что это такое? Я хочу домой. Я хочу к своим дракончикам. Страшные руины, зачем мне попёрся? Так, ладно, хорошо, я хочу в ту сторону теперь. Здесь это выход, окей. Блин, а что если меня ТП-шит в рандомное место? То есть вот в рандомное место в мире вообще. Ну, не в рандомное, а одно из фиксированных, ну, типа, какую-то случайную область. Меня ТП-шнуло в этот мир. Блин, это спойлеры, я не хочу так рано сюда приходить. А как мне отсюда выйти? Вот приходить я сюда не хочу, а как мне отсюда выйти? Так, ну я здесь. Теперь отсюда и не выберусь. А, или выберусь. Нет, не выберусь. Что здесь? Осторожно справа. Ага. Осторожно справа. Там слева сейчас, ага. Знаете, осторожно справа. А, по-моему, это обычный дед, нет? А, у него... А. Чем он меня убил? Но это было быстро. Сейчас, погодите, я хочу повтор посмотреть. Я его ударил и умер? Что? Ой, блин, а я здесь рисую, да? Как прикольно. Как прикольно. Смогу ли я пробежать туда? Это будет тайная тропа? Вау. Реально тайная. Даже непонятно, как ее открыть. Так, блин. Где здесь все эти челы? Блин, челы же с мураком уже каким-то ходят. Я до сих пор со стартовой катаны гоняю. А, чувак, давай без глупости. Ты спишь, ты спишь, спи, ты спи, спи. Нет, 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 я тебе не нужен, чувак. Все. Он сможет за мной пойти? Я думаю, что нет. Я думаю, что он даже косовать меня ничего не может. О, уж. Душ, кто потерял. Окей, хорошо, он быстрее боится. У него, кстати, очень много хп. Очень много, я бы сказал, даже. И он становится. Да, он хорошо становится. Так вот, у меня стамина закончилась. А у него хп не закончилось. С
спамим с тобой это. О, кровотечение спасло. Кайф. Обожаю тебя, кровотечение. Так, это что-то новое? Нет, кузнечный камень 5. Бля, я реально фармлю тут камни для пушки на плюс 15. У самого когда плюс 2. Кайфово мне тут. Если кому интересно. Так, ну я так думаю, это я как раз таки сейчас попаду к тем верхним штукам. Там, по идее, это будет шорткат. Зачем, не знаю. Как отсюда выбраться, я тоже на диван не знаю. Это реально надо сделать, чтобы выбраться отсюда. Блин, нечто потрясающее. Блин, тут много чуваков, кстати, ходит. И тут много чуваков ходит, которые не со стартовым эквипом. То есть они тут уже где-то поиграть успели. Как они так сюда попали? Кузнечный камень мрака 4. Ну, у нас есть кузнечный камень мрака, только не на плюс 4, блин. Да, и вот это место. Блин, тут червяк. Червяк Джим. Лестница, почему ты не юзаешься? И ты упал вниз? Красава, чел. Я как раз таки поднялся наверх. Так, давайте залутаем эту штуку и спросим лестницу. Все, у нас есть шорткат сюда. А, ты умеешь лестницей пользоваться? А, здесь... А, блин, ты тут какой. Еще есть? А, еще есть? Ты что, офигели? А, это не бэкстеп. Ой, это не хилка. Как-то вас тут дофига, мне кажется. Как-то вас тут дофига, говорю. Меньше вас что-то не становится. Давайте исправим ошибку. С вашей стороны, кстати, которая допущена. Так, и вот ты давай, бэкстеп. А, в смысле ты, блин, ты же закончил. Четвертый? Я говорю, меньше должно вас становиться, а не больше, блин. Вы меньше с больше путаете или что? Челы. Да отстаньте, блин, от меня. Чувак, не серьезно. А тебя КП мало. 15. Блин, мне тут прикольно стало. Я, кстати, да, реально хотел продолжить свою атаку. Бэкстеп. Хелл вон. 45 хелл вон. На тебе еще 19. А, блин, ящик куражный. У меня хилок нет, блин. Кто? О, не нашел чувака с лоу хп. Но он, блин, ничего не делает хорошего. А, стоп, тут два чувака с лоу хп. А, сука. Откуда? Я в теории открыл шорткат, мне не надо тебе бежать через... Через что мне надо? Мне через все надо бежать, блин. Максимум гостей. Фу-фу-фу-фу. Дайте подумать. Что мне там делать? А душ, кстати, за них нифига не дают. По-моему, за них очень мало душ дают. То есть я 3600 нафармил, убив тут всех. Не выглядит как реально late game лока какая-то. Мне не надо сейчас к тому червяку прыгать, я только здесь пройду. У меня здесь впереди шорткат. Здесь... А, блин, этот чувак за мной по лестнице поднимет. А ты прыгать умеешь? Блядь, прыгать умеет. Ну, конечно, почему бы не уметь прыгать. Так, здесь... Здесь червяк, да ты... А, блин, червяк, иди отсюда. Ноль попаданий. Сколько вас сейчас будет, интересно? Давайте вниз, червяк, потому что не умеет пользоваться лестницами. Ай, я походу тоже. Да спустись сюда. Какой, блин, я... Почему я сделал дурашный бэкстеп и нажал два раза X, чтобы похилиться? Почему я... Сейчас повтор, смотрю повтор. Вот смотрите, я спрыгнул, нажимаю X. Почему я сделал бэкстеп? Почему? Что за бред? Игра, у тебя все в порядке? Я понимаю, какие я клавиши нажимаю, я не нажимал там никаких бэкстепов. А, это дурашная очередь действия, я на лестнице спамил Б, чтобы спрыгнуть с нее. И это дурашное, блядь, действие из Dark Souls 3 очередь действий. Запомнил то, что я спамил Б и решил, когда я спрыгнул после лестницы, нажать Б. Боже, какой бред. Не понял, почему я здесь не похилился, блин, а... Сделал дурашный бэкстеп вместо этого. А, ну здесь просто пройти можно. Они просто заходят.
Надо сбросить каракатицу вниз, потому что она не умеет по лестнице ползать. Мы, например, прыгаем сюда, и она сейчас за нами прыгнет. А мы в это время поднимемся. Ты будешь спрыгивать? Можно тогда этих чуваков сюда развести, чтобы они сами спустились. Я здесь их убью. Только по одному. А, он даже спускаться умеет быстро. Блять, лестница, ебаные. Специально все здесь создано, чтобы я не попадал ни по кому, да? О, они синхрон ударили, хорошо. Попасть, попасть, попасть. Хорошо. Так, живем, хилимся. Сейчас еще один какой-то час спины. Откуда ты взялся? А еще бэкстерн. Ябка слезла, ты почему слезла? Кто тебя... О, сундук. Нет, я уйду отсюда. Блин, хотел затаймить в обоих, но... Блин, не получилось. Уйди, нет. Давай, быстрее, 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 быстрее. Сейчас будем их встречать здесь. Там их не так много, по идее. Штука, главное, что... Чтобы эта штука, главное, сейчас не стреляла. Там, да, не поднимаются. Нет, ай, блин, она... Ну ладно, я двумя и разберусь. Хорошо. Ой, блин, не та атака. А, я сбил. А, нет. Убить. Хорошо. Все, я этого сейчас убиваю. Там кто-то еще ползет, да? А, почему, 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 почему? Почему так произошло? Так, все, готов. Ой, зачем я похилился? Я хотел полутать. Чувак, ну не стреляй ты на меня, ну ты же снизу. Успокойся. Все? Так, давайте посмотрим, что дальше. Жесть тут экшен. Осторожно, пацаны, утка. Какая утка, блин, чуваки, останьте с твоей уткой. А-а-а. 5000 душ, да? Осторожно, слева, там справа, нет? Чё тут такое? Блин, это... Стоп. Это костер? Нет, это не костер, это... Я не знаю, что это, куда это иди. Так, я не хочу пока сюда, я хочу там сундук залутать. Но сундук я могу залутать, просто прибежав. Да ну нафиг, идите в жопу. Чё это такое? Фига их там много. А можно я чуть поменьше врагов? Ну так, чисто по приколу. Короче, мне надо понять, как отсюда выбраться. А где эта штука? А ты... А, ну мой сундук охраняет. Ты зараза. Я к тебе сейчас приду. Ты это, не думай там, что там в безопасности. Течение, давай. Сталин, хорош. Все идеально, идеально. Сундук? Это... А, кстати, это может быть сундук, который назад не перенесет. Нет. Просто сундук закрой. Разрушитель камня! Это заклинание, вау. Первое заклинание, которое я нашел. Разрушитель камня, погнали. Чары, молитвы, окей. Что? Вонзите посох в землю и создайте мощную взрывную волну. Поднимите напитанные магией посох и атакуйте. 21 мудрости, но нужен посох. Посоха мне еще не дали, мне нет посоха. Мне нечем кастовать это. Так, ну тут мы все залутали теперь, я думаю. Мы всех убили, все залутали. Так, чуваки нас не интересуют эти больше. А, в целом это место нас больше не интересует. Можно вернуться, потратить души. Нет, чувак, отстань, не убивай. Блин. Только я обрадовался, что он не сагрился. Я спокойно здесь прохожу, но нет, блин. Он решил то, что нет, но я все-таки сагрился. Что с этим делать? Что это, блин? Ним пройти, кстати. Чувак, что ты думаешь? Тебя тут не видно? А, блин, куда ты упал? Свернись, 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 свернись. Последний раз он умер. Он не станлочится, почему? Почему я умер? Почему я-то? Я же его убил. Вот сука. И он почему-то не станет лочиться. Это более крутой чувак.
Блин, сейчас за мной вся толпа пойдет, да? Блин, что за фигня? Сейчас реально вся толпа за мной пойдет. И что тут столько этих челов агрю? Я с ними в жизни не справиться. Ну, я могу, конечно, еще раз, но это, блин, займет 10 тысяч лет. У меня столько нет. Хотя, возможно, у меня столько теперь и осталось. Потому что как выбраться отсюда, я не знаю. Этот чувак противно то, что агрится. Не, никакое сообщение, блин, лестница, приоритет. Там чувак просто жукает, сразу же просыпается. Но они не пойдут за мной, я же знаю, да? Тут слишком далеко, вы отстанете, да, надеюсь, они отстанут, реально. Так, у меня есть хилочки, у меня есть все, я могу ёпнуть эту штуку. Она уползает, я что-то очень бешено. О, души. Сейчас за мной чел придут. Ай, блин, вот этот саги берешь. Почему она не сонмочится? Не сонмочится, чел. Забей! Вот, в прошлый раз то же самое же было, почему она не умерла-то? Но тут ничего нет. Смазка из драконьей раны? What? Жесть тут смаза, конечно, кстати, в этой игре. Разных именно. А, будучи нанесенным на оружие, смазка наделяет его мощью дракона. Я не знаю, что это за мощи. Затвердевшая смазка из мелких камешков, создаваемый предмет. Покрывает оружие, наделяя его способностью одолевать драконов. А, нифига, у древних драконов была каменная чешуя, но их потомкам она не передалась, поэтому последних можно смертельно ранить. Одного мы уже убили. А, там их двое, вот в чем проблема. Я не хочу туда идти, потому что их там двое. Что это такое? Это босс? Тупик? Зачем? Непонятно. Зачем тупик? Фантомов можно призвать, это бот. И меня, блин, закрыли сразу, а если я не хотел сюда заходить? А зверь падающей звезды. Ну, здравствуй, зверь, блин, падающей звезды. 63 урона, ха-ха. А, нет, у меня не ваншопит, кстати. Ну, ни хрена не вижу. Есть такая проблема. Ну, босс выглядит, конечно, мощно. А, он, блин, бежит и дамажит. Да, я помню. Кстати, он очень долго бежит, но... Постом бьет. В смысле? Чем меня ударит? А, хочу ли я убивать его с 63 уронами? Дайте подумать. Пока нет, не хочу. Но я тебе... Блин, отдай мои души, чел. 6000. Зараза, блин, я не смогу их оттуда забрать никак.